впечатление стать хорошее от игры, но в то же время и проиграли. Как бы пока нечему радоваться. Нужно выигрывать, честно. Очки нужны каждую игру. Не получилось именно забить или что-то еще? Да, ноль голов. Нет голов, как бы нету побед. Много моментов у нас не бросаем, уезжаем в угол, обыгрываем. Вот, поэтому тут отсюда такой счет у нас. Большинство? Что случилось? Много вроде играли? Ну, может, нашего лидера Вовы Ткачева нету, может, это сказалось. И, ну, тоже почти не бросали, даже в большинстве. По ходу игры тебя перевели в звено с иностранцами, с Райтом, с Соболичем. Задача какая стояла? Гол забить. Все. Как игралось с ними? Да игралось отлично, взаимопонимание есть с ними, все хорошо, просто пока она не идет в ворот. Акбарс действительно лидер Востока? Он смотрелся сегодня лидером? Ну, конечно. Они идут на первом месте, и они по игре хорошо играли, и в обороне не пропустили сегодня ни одного гола. Отличная команда. В этом сезоне мы лучше играем в гостях, чем дома. В связи с чем дома не идет пока совсем. Я не могу ответить на этот вопрос, я сам не знаю.